В дежурную часть УВД регулярно поступают сообщения от местных жителей о том, что во дворах их многоквартирных домов незаконно установлены ограничители проезда. Такие препятствия могут затруднить движение спецтехники, например, при возникновении пожара. На выездную проверку отправились представители городской администрации, МЧС и общественного совета при УВД. По итогам, сотрудниками службы спасения демонтировано более 40 самовольно установленных шлагбаумов, парковочных барьеров, крабов, цепочек. Сейчас полиция выясняет, кто занимается незаконной установкой ограничителей движения. Подобные рейды будут проходить еженедельно.